справляются с приемом. Но вот здесь здорово работает блок Калининграда. Так, моя интересная стадия чемпионата. Ну, какая сумасшедшая, какая красивая подача. Все вперед, хорошо, 4 подряд мяча. И снова эйс уже в этот раз через сетку, но с такой... Да, ты хотела озвучить... Да, я как раз хотела вернуться опять там. Да, фантастическая подача. Сняться с этой расстановки. Справляется сейчас здорово с приемом Тамара Зайцева. Обозримое будущее. Что как раз именно поэтому сегодня и начинает команда «Локомотива» основным составом, несмотря на то, что по турнирной таблице нужна игровая практика, нужно набирать ход за финальным матчем. Вот справляется с приемом Кадочкина, сама будет атаковать, мощная атака. Конечно, нет никаких сложностей забить. Плюс была скорость этой передачи. Как красиво. На повторе было просто заглядение. Ух, сумасшедшая подача Татьяны Кадочкиной. Ух, какая укороченная подача. Длинная скидка поднимается и будет атака у Спарты. Еще одна скидка. На месте Тамара Зайцева. Страховала она заведомо заранее. Розыгрыш скидок такой получил. Скажем, полетела у Татьяны. Не всегда это бывает с первой партии, но... Сверху принимает Татьяна Кадочкина, сама же атакует, используя всю свою... Подают же даже не между игроками, а очень часто прям четко в Татьяну прилетает подача. Хорошая защита, попытка спасти. Классный прием, забег с одной ноги, остается мяч в игре, здорово защищается Лорен Тейшера, высокая передача на Татьяну Кадочкину, какой блок пролетает Татьяна. Не перенесли руки, центральный блокирующий не перенес руки. Хотя все на месте, все правильно, и перерыв Спарта. 2003 года эта волейболистка, 20 лет, если исполнилось ей 20 лет. Какая классная атака Татьяны Кадыч. Перед собой блок. Искала это место пустое и нашла. И на месте Татьяна Кадочкина. Такой сложный прием. 5 числа мы уже неоднократно говорили о этом важном матче плей-оффа. Да. Очень уверенно этот мяч приняла. Обычно это как-то ложится больше на плечи Ксении Парубец. Классная атака. Выше красивый розыгрыш. Подряд зарабатывает команда. И причем зарабатывает не то, что это эйсы, да, работают все. Работают в защите, работает блок Локомотива. Как здорово сейчас спасает такой сложный мяч Ирина Филиштинская и Тамара Зайцева на месте. Татьяна Кадочкина, как она это делает, я не знаю. Многий прыжок длинные руки Татьяны Кадочкиной. Ведь здесь, безукоризненно, конечно, исполнено, да? Нет никакой ошибки. Абсолютно, уже вот там за столбом буквально приземлялась. Весь прием Татьяны Кадочкины. Подключение Тейшеры с задней линии. Кадочкина ставит точку в этом. Филиштинская неплохо справляется с ее подачей на приеме. Такой розыгрыш перебросов пока от центральных. Здорово работает блок Локомотива Татьяна Кадыч. Спарта подает. Сложная подача, но справляется с приемом Кадочкина. Она же в атаке и ставит точку в этом матче. 25-0.